Привет, шеф. Что? Брезгуешь? Насколько я вижу, новая звезда. Опять появился в таком виде. А что мне делать? На тебя противно смотреть. Шеф, купи у меня цветок. Он мне ни к чему. Клянчишь? Я не хотел. Он сам предложил. Я не мог Последний раз предупреждаю. Ты понял? Вон отсюда. Ну, так, заявление. Я сам прошу, туда сюда. А если честно, Саид, тебя не возьмут. Почему это не возьмут? Потому что с такими бровями, дорогой, туда не берут. Что? Ты слышал, что он сказал? Умник! Да я тебя туда не возьму. А я играю на гитаре, на барабанах. Слушай, ты не волнуйся. Тебя обязательно возьму. Обязательно. Правда? Ну, конечно, правда. Все в порядке. Он берет всю группу. Giavoni, betu na butchure, dario i zindagoni, usoma di bastina, e ischisina, sudan suda, dio da servo, e ischisina, sudan usoma di bastina, e ischisina, sudan usoma di bastina, e ischit il furu, usam.
Артистизм, легкость. Ну что ты страдаешь? Ну что это за прыжки, как будто за тобой гонится стая собак? Ну, где твое обаяние? Публика должна видеть, что перед ними большой артист. Ну, а иначе тебя свистают и все. Деточка, поищи, поищи. Ты же можешь, можешь, я знаю. Ну, приготовились. Начали. Чему ты грустишь? Ты мой солист. Из всех птиц ты самый звонкий. Я посажу тебя в большую прекрасную золотую клетку. Только пой. Не ленись. Топчешься на одном месте. Ну, такое впечатление, что ты боишься пространства. От кулисы к кулисе. Ты видишь, какое расстояние? Все надо использовать, все. Ну, придумай себе какой-нибудь танцевальный ход, что ли. Ну, а пока это все не то. Не то. Вот, пожалуйста. Запоминать все надо. Остановись, закрепи. Но без нервов, без напряжения. Понимаешь? Оттачивать надо свое мастерство. Для этого мы с тобой и репетируем. Это невозможно смотреть. И убери куда-нибудь подальше или сотри. Зачем же? Возьму себе на память, когда-нибудь вместе посмеемся. Куршет, работать надо, работать. По-моему, из этого ничего не выйдет. Почему? Все нормально. Такие все темпы, хорошо. Такие ритмы. Ничего не получится. И главное, не упрямиться. Я не упрямлюсь. А что, собственно, случилось? У вас все нормально. Хватит переживать. Убери свою академичность. Надо веселее просто, веселее. Включай фонограмму. Ну чего тут мудрить? Смотри. Вот так, Хрушевик. Умница, Бахтик. Умница. Ну что, ребята, Хрушевик, повеселились? Хватит. Повторим этот куплет. Ну, хорошо. Приготовились? По местам?
Опять перестановка? Вот неугомонная. Себя только мучаешь. А ты знаешь, мы опять бездомные. А что случилось? Ничего страшного. Это помещение отдают народному художнику под мастерскую. Паразит, выхлопотал. А мы, значит, не люди. Раньше надо было думать. Не знаешь, он дома? Угу. Сейчас поговорим. Что случилось? Понимаете, жена беременна. Из мастерской, где мы живем, выгоняют. И это все твои проблемы? Я думаю, половину из них мы разрешим сегодня же. Моего авторитета достаточно, чтобы попросить одну квартиру. О чем вы говорите? Кому я нужен? Только уж, пожалуйста, веди себя соответственно. Это не совсем простые люди. Будущий кумир. Татьяна. Руками не трогать. Добрый вечер. Сегодня вы уже в пенсии? Конечно. Слабенький. Ну, давай. Ну, смелее, сейчас давай. Сейчас я его миленького. О, какой ты у меня. Молодец. Ну, чуть попозже я буду молодцом. Так уж и быть. Ты выиграл. Не стесняйся. Да? Раздевайся. Да? Раздевайся скорее. За пердом, за этим столом. Извини, выйди на минутку. Ухаживай за своим кавалером. Вот так. Что ты сидишь? Иди шефу, помоги в лузу попасть. Это неудобно как-то. В самый раз. Ему помощь нужна.
Ну, Хуршедик, выпьем за твоего сына. И за новую квартиру. Чтобы он был счастлив, как отец, и здоров. Спасибо. Смотри на Шатком, как пляшет. А на свадьбах работать не хочет. Скоморохи. Барует нега кунам, махара мейбинам. با چشمت نگاه کنم خود را میبینم صدای دلت را من میشنوم با این صدا جواب من میدهم از همه کلام نورش بسیار سوزان ماهی نقره براید زمین را روشنای می کند با این آفتاب و ماه من می گویم با این آفتاب و ماه من می سرایم Mame sarayam, mame sarayam, mame sarayam. Ублике надо, чтобы ты метался по сцене, бился головой о пол и грыз микрофон. Должен давать волю чувствам. Нет, ты должен играть чувствами других. Понял? Начали. Devo, rano, varano, Devo, Devo, rano, varano, Yorodi, Shasta, Laili.
бы шатком опять подвел. Потом поговорим. Потом поговорим. Мир не доволен. Откуда это? Кушай яблоки. И не спрашивай, с чего они сада. Так-то. Зрители в скором времени услышат настоящую музыку. Ну что еще? Мне не хотелось бы по этому поводу долго говорить, ибо... В скором времени нашим зрителям предстоит встреча с новым талантливым певцом. Куршет – ищущий человек. Каждая его песня – это прекрасный эстрадный номер. Ни в одной из песен он не повторяется. Он тонко чувствует музыку. Это говорит о его большом, настоящем даре художника. Thank you.
Мое почтение, сам города. О, и хитер. Знаешь, как подойти, а? Допустим, за Барса. Прекрасно. Я ставлю столько же за его противника. Учти, играю вслепую. Я даже не знаю, что это за пес. А проиграешь, вернешь мне жемчужину. Господа, прошу всех подойти к рингу. Сейчас будет объявлен победитель. Ну что ж. Рискнем? Риск украшает мужчину. О, согласен. Смотри, Пах, я везучий. Фанат, ну, подойди ко мне поближе. Я хочу выпить с тобой. Эй, стесняешься? Здесь ты не у меня в кабинете. Не стесняйся. Мы здесь в
все равны, ну. Себя берешь. Да кто ты, собственно, такой? А? Что ты из себя представляешь? Здесь тебе не самодеятельность. Все тебе не нравится. Я несколько раз не стану повторять. Я спрашиваю, будешь работать или нет? Хочешь, работай. Не хочешь, можешь уходить. Никто тебя не держит. Пожалуй. Артистам переодеваться. Промолчал. Ну и молчи. Шуткома выгнали, а у нас концерт. Чего не знаю, свадьбы твои проблемы. Понятно, значит, практика от вас. Может быть, ты сам споешь, а? У тебя же здорово получается. Джонона бьё-бьё-бьё, кипазмон чудо-ман, а? Что ты болтаешь? Я уже забыл, когда пел в последний раз. Замучили вы меня. Все надоело, идите вы к черту. А ты покопайся в своей башке, найдешь кого надо. Кого искать? Поздно, поздно искать. Он для нас нужный человек. Для тебя они все нужны. Но я не могу разорваться на 100 частей. Я всю жизнь только и делаю, что работаю на твоих нужных людей. Превратили меня в администратор. Каждого умоляю, унижайся из-за грошей. Не хочет петь? Гнать его. Да при чем тут? И тебя за компанию. Успокойся, чего ты разошелся. Лично я для тебя создавал всегда все условия. Кого бы, чего бы ты ни захотел, все было в твоем распоряжении. Но если ты выгонишь его, меня, а с кем ты завтра будешь работать? Найдутся. В мире много талантливых людей. Так что спокойно обойдусь. И без тебя. Thank you.
Нашел. У соседки сидела. О, какие яблочки, а? Сейчас придет. Что с тобой? Ну ты рожа! Ой, извините, заставила вас ждать. Здравствуй, скромница ты наша. Идемте, я вас чаем напою. Нет, не стоит беспокоиться. Оказывается, ты гениальная художница. Как тебе это все удалось? Вам нравится? Ну не то слово, это поразительно. Столько прекрасных работ, и ты никому не показываешь. Но ведь это не от меня зависит. Вы обещали кое-что выставить. Замечательно. Да. А что за выставка? Республиканская. Если честно, пробиваться было трудновато. Выставком принимает работа. Вы сами знаете, кто в комиссии. Мы тебе устроим персональную. Да, Бахтик? Ну, конечно. Кстати, а где Куршет? Мы его не можем найти. А, утром рано ушел. Какой-то старик пригласил его на свадьбу сына. Интересно. Да, у нас же сегодня выходной, поэтому он как объявится, пусть найдет меня. Хорошо? Хорошо. До свидания. Обещал ведь? Придется устроить. Деточка, так вы не забудьте. От пара снова. Хорошо устроились. А я вас ищу. Поднимись. Попотеем. Я предпочитаю бег. И далеко же ты бегал? До Варзова. Что же ты нас с собой не взял? Так вот вы о чем. У меня же выходной был. У нас тоже был выходной. Мог бы пригласить друзей. А зачем мы ему нужны? Он и без нас обойдется. Да замолчи ты. Так вот, Хуршат, мы друзья. И должны работать согласованно. Нам с тобой не приходилось заниматься грязными делами. Эту грязную работу за нас делает Бахтиер. Ты понял меня? Это ладно тебе. Так значит, я не могу рта раскрыть без его визы? Да. Не можешь. Вспомни, кто тебе все дал. Квартиру. Славу. Машину. Деньги. Ты мне обязан до конца жизни. И будешь делать то, что я тебе скажу. Понял? Купил потрохами. Thank you.
раньше у меня хобби было по карманам лазить. Но я не продавался. А этот твой мир — обыкновенный торгаш с культурными замашками. И ты продался ему. И нас хочешь продать. Иди. Теперь мы все сказали друг другу. Я на них хотел, понимаешь, плевать! Не дури, дура!
Оставьте нас. Я благодарен вам за все. За все, что вы для меня сделали. Но давайте договоримся. Я должен знать ваши планы заранее. У меня тоже есть свои дела. Щенок. Ты еще ставишь мне условия? Да кто ты такой? Нет, а Келлер-то твой алкаш. Напоил. А он тебе 100 грамм храпанул, представляешь, я тебя. Девушки! Свадьба-то здесь? Чего-то не чувствуется. Была здесь. Что значит была? Артисты приезжали, уж извините. Мне сам председатель человека привел. Вот, говорит, он тебе на свадьбу артиста привезет. Мир его звали. Ну как же? Мы же с вами обо всем переговорили. Я приехал. Понимаю. Мне-то какое дело до всяких там? Я все понимаю. Мир. Председатель, мало ли кого вам привели, мы договорились. Поймите, вы же меня подвели. Я понимаю, но сам председатель привел. Ну, вы сами поймите, сам я в этом ничего не понимаю. Первый раз играю свадьбу, так уж получилось, простите меня. Меня там у машины ребята ждут, что я им скажу? Я виноват перед тобой. Виноват. Давай зайдем в дом, я тебя угощу. Нет. Ну, пожалуйста, не отказывайся, не обижай старика. И не уговаривайся. Я тебе заплачу. Ну, зайди, зайди, я прошу. Я виноват перед тобой, сам знаю. Виноват. Ребята надеялись заработать. Ладно, заплачу, заплачу, сколько ты попросишь. Только не обижай, зайди в дом. Меня знает вся республика, председатель. Да в гробу я его видел, твоего... Что за струны? Это жилы. А кожа откуда? Та же, что была и раньше. Совсем все забыл. И тамбур, и меня. Вот, попробуй сыграть. Да нет, папа. Мне уже пора. Когда теперь увидимся? Боюсь, так и не увижу внука. Не шути так, папа.
здравствуй. Привет. Ты сейчас занят? Все уже. Поговорить надо. Ну что с тобой сделаешь? Проходи. Зачем пришел? Строй мне свадьбу. Деньги нужны. Да, позарез нужно, понимаешь? Это ерунда. Скажи миру, он быстро организует мероприятие. А я кто? Я маленький человек. Не виляй, я же знаю, кто есть кто. Нет, маэстро. В этом смысле мы с тобой равны. А вот уж в твои-то годы давно надо было научиться с людьми ладить. Иди к миру. Он все решает. Хуршет, Петерик, хватит? Да? Ты действительно маленький человек. Ты знаешь, у меня в жизни похлеще было. Однако я не сдался. Когда чувствую, что не отпускает, будешь стопочку. Где мой костюм? Какой? Где мой костюм, в котором я сегодня выступать буду? Какой? Какой? Мой черный. Ну, не знаю. Сговорились. Подожди! Директор, кто меня из программы вычеркнул? Я тебя снял с программы, и не шуми. Не шуми? Я сейчас так расшумлюсь, ты меня запомнишь на всю жизнь. Мало того, что я тебя убрал с концерта, я тебя еще уволю по статье. И вон отсюда, чтобы я тебя здесь больше не видел. Ты меня уволишь по статье? Я тебя уволю по статье. Сейчас все переверну здесь. Успокойся, не шуми. И на сцену выйду. Ну, если ты уже не понимаешь, по-хорошему придется милицию вызвать. Не пугай, я пуганый. Иди, вызывай. Значит, не пойдешь, да? Ну, ладно. Ну, пеняй на себя.
Ты меня узнал, да? Еще бы. Меня все узнали. Спасибо. Вот такая у нас жизнь. То концерты, то банкет. Знаю я твои банкеты. Подворотни уже с алкашами пьешь. А ты кто такой? Останови машину. Можешь выйти. Я тебе лично что-нибудь плохое сделаю. Да не мне. Ты сделал плохое самому себе. Оскорбил ребят своим отношением, своим высокомерием. Обидел своих, жену, сына. А знаешь, мне жаль Садат. Страдает из-за тебя. Уже не страдает.